Всем привет! Тут заметил, какая-то штуковина выпала из трепанга. Что за вещь непонятная? Она главное шевелится. Сейчас покажу поближе. И, как оказалось, это желудок трепанга. Он его скидывает, не знаю, выбрасывает или бросается им в случае опасности. Я к нему подсаживал недавно краба, и, видимо, краб решил его атаковать. И вот таким образом трепанги защищаются, скидывают желудок. И потом этот желудок они заново просто себе отращивают. Вот такое вот удивительное животное. И как вы видите, желудок, вот эти все штуки непонятные, они все шевелится как живое. Для того, чтобы отвлечь внимание, пока трепанг, видимо, сбегает.